Вон сколько ворон слетелось. Короче, ничего не сожрали. Не выявило наличие интеллекта. Вон фарш, блин, целый. Шуганулись орланы и прочие жрать это все. Не выявилось наличие интеллекта. Поэтому сегодня караси тоже их разморозил слегонца. Ну как бы это, живые и ладно, блин. Сейчас руки вытру. Ай, посмотрим. Может как-то через ворон. Кстати, орланов я не вижу сегодня, улетели куда-то. Сегодня 28, ну сейчас может чуть потеплее, может 25, холодно. Не так, как вчера снимать, поэтому делаем закладку, короче. Ну, во всяком случае, вот кое-что выяснили, да, что можно, что нельзя. Что любят, блин, что не любят. Вон, уже здесь ворона. Уже тут как тут. Кто хочет узнать, о чем это, можете вон на Бусти зайти, там полный как бы фильм о том, как я орлов кормил. Ну вот, небольшой костерок. Чисто так, руки погрелись. Со вчерашнего я как его сложил. Хотел стоять, наблюдать, но поскольку не обнаружил ни спички, ни зажигалок, то вот мой пост наблюдательный сорвался. Что-то птицы все разлетелись. Ну а сегодня я вот воспользуюсь заложенным заранее. Жег я костер 10 минут. И вот прилетел первый номер. Вот он сел, смотрит. Сейчас я ему рыбу продемонстрировал, как мог. И так ее и эдак. И убегаю, короче, обратно на наблюдательную позицию смотреть. Пока сижу у костра, продолжаю наблюдать. Но что-то они тут между собой разговаривают. Вот ворон и орлан вот сидят. А туда, значит, никакого у них интереса лететь. Ну, 10 минут прошло, поэтому я не знаю, сколько ждать. Может, они такие тупоголовые, хрен знает. Может, у ворон ассоциация с тем местом неправильная. Хотя я все там положил, ярко видно, все как бы пирушка.